Плюс туди. На севере Индии, в штате Уттаракханд, сошел ледник. В результате инцидента более 150 человек пропали. Как сообщает The Times on India, министр внутренних дел Амит Шах экстренной службы и в том числе ВВС Индии быть в готовности к совместной спасательной операции. «Наше главное предпочтение – это минимизация потерь человеческих жизней», – подчеркнул он. Команды государственных сил реагирования на стихийные бедствия уже развернуты в Джошимате. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия также прибыли из Дехрадуна в Джошимат. В сообщении также отмечается, что из-за схода ледника был разрушен мост через реку Ришиганга.